Российский след американского президента в немецких банках. Конгрессмены просят Deutsche Bank предоставить информацию о финансовых операциях своего президента. Зачем и почему, расскажет Татьяна Лагунова. Дональд Трамп – один из самых известных клиентов немецкого Deutsche Bank. А теперь, похоже, еще и вкладчик, который может принести финансистам немало головной боли. Представители демократической партии требуют от банка предоставить информацию о финансовых сделках с президентом США. Официальный запрос в Германию направили члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США на имя гендиректора банка Джона Крайана. С двумя вопросами: давала ли Россия или ее власти гарантии под кредиты, которые банк выдавал Дональду Трампу? И были ли у президента счета, связанные с Россией? Дескать, американцам про финансовые сделки хозяина Белого дома известно мало, а информация более чем важная. Она может помочь понять, насколько тесно Трамп связан с Россией. И влияет ли Москва на его политические решения. В Deutsche Bank письмо конгрессменов получили, но комментировать запрос не стали, ссылаясь на конфиденциальность информации. Впрочем, по данным немецких СМИ, финансисты еще до запроса проводили внутреннюю проверку и якобы никаких подозрительных операций не обнаружили. Не попросить, а потребовать от немецкого банка информацию американские конгрессмены могут в судебном порядке. Для этого, впрочем, нужно согласие Комитета Конгресса по финансовым услугам. А большинство в этом органе у республиканцев, которые вряд ли захотят интересоваться финансовыми делами своего президента. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».